На улице Сахалинска столкнулись два автомобиля. Сейчас водители ждут сотрудников полиции, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват в данной ситуации. По Сахалинской со стороны кольца Тихой движется автомобиль Toyota Camry. За рулем седана девушка, она собирается повернуть в сторону 41-го дома. В этот момент ей навстречу выезжает Toyota RAV4. Столкновение не заставляет себя долго ждать, оба водителя уверены в своей правоте. После недолгих споров к месту аварии вызывают сотрудников полиции. Ну, ГАИ сейчас подъедет, объяснят. Ну, я, честно говоря, всегда мы выступаем. Я вот еду, всегда вижу, что кто-то поднимает. Ну, она просто, наверное, первый раз тут едет, не знаю. Всегда ждешь, пока поднимется человек, будет свободная дорога, и вот прижмешься там вот. Где вот широкое место, и все. То есть неожиданно произошло? Да вообще тут даже не ожидал, конечно. Хозяйка Toyota Camry расстроена, от комментариев отказалась. В невиновности водителя автомобиля Toyota RAV4 уверены очевидцы из ближайших домов. Некоторые тут же готовы встать на его сторону. Вот эта машина перекрыла движение вот этой машины. Она с того места, куда он должен поворачивать. Вот с этого положения они не ударили вот машину. То есть здесь коню понятно, мне уже замучило. Я вот смотрите, вот получается, я здесь перестал выезжать. Потому что вот таких... Девушка. Вот. А я с вами вообще не разговариваю. Да вы вообще не причастны здесь. Чего вы пришли? Потому что уже не первый раз вот такие вещи случаются. Точку в споре двух сторон ставят сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. По расположению машин специалисты сразу определили, кто виноват в аварии. Toyota Camry двигалась от кольца Тихой, RAV4 выезжал со стороны Сахалинской 41. Со слов сотрудников полиции, Toyota Camry будет виновником, так как она двигалась не по своей полосе, а по встречной полосе движения. Сотрудники полиции зарисовывают схему аварии и убирают машины с проезжей части.